центре Москвы, на Красной площади, открылся крупнейший в стране государственный универсальный магазин ГУМ. Раннее утро. Галереи еще безлюдны. Но рабочий день в универмаге уже давно начался. Около 200 машин ежедневно привозят на склады ГУМа разнообразные грузы. Здесь, вдоль трех подземных улиц, расположено около 100 складских помещений и холодильников. Из цехов пищевых предприятий столицы, из многих городов и областей страны непрерывным потоком доставляются в ГУМ свежие продукты. Залы гастронома. Прямо со складов и холодильников, где одновременно хранится свыше 20 вагонов продуктов, товары поступают на застекленные прилавки. Эти витрины также представляют собой своеобразные холодильники. Здесь постоянно поддерживается нужная температура. Над планировкой и архитектурным убранством ГУМа трудились известные зодчие, художники, искусные мастера лепки и мраморщики. В этот час встретить первых покупателей готовятся во всех отделах и секциях. Лифтов соединяет подземные склады с торговыми залами магазина. В ГУМе свыше 1000 продавцов, и многих из них можно по праву назвать мастерами торгового дела. Евгений Иванович Муровцев учится заочно в Институте народного хозяйства имени Плеханова. Свыше 40 лет работает в области торговли Николай Федорович Графов. Работники универмага,
До открытия магазина осталось 5 минут. Займите свои рабочие места, будьте готовы к приему и образцовому обслуживанию покупателей. К открытию магазина все должно быть в образцовом порядке. Семь часов утра. Двери ГУМа открылись. Этот универмаг может вместить одновременно до 40 000 человек. 3 в галереи – это 3 широких проспекта. И на каждом проспекте 3 этажа. Общая длина всех прилавков ГУМа 2,5 километра. Когда-то в этом здании были купеческие торговые ряды. Сейчас для нового советского универмага пришлось многое переделать, перестроить заново. Убраны стены, разделявшие огромное здание на тесные клетушки-магазины. Вдоль галерей устроены ряды удобных открытых прилавков. В ГУМе 150 торговых секций, но как найти нужные? Для этого при входе в магазин покупателям предлагают путеводители. Начнем осмотр ГУМа с отдела тканей. Этот наряд сразу демонстрирует ассортимент хлопчатобумажных товаров, поступивших сегодня в продажу. Здесь сделано все, чтобы не только познакомить с образцами материи и их расцветкой, но и с тем, как будут выглядеть платья из этих материалов. Секция шерстяных тканей. Она расположена в двух просторных залах. Здесь всегда много покупателей, и важно каждого из них быстро обслужить. Конвейеры, расположенные вдоль прилавков, доставляют покупки в контроль выдачи товаров. Это удобно для продавцов и экономит время покупателей. Вместе с отрезом на костюм или пальто можно тут же приобрести пакет с набором подкладки и приклада. В этом зале открыта выставка продажи натуральных шелковых тканей. Демонстрируется ткани более 600 рисунков и расцветок. Сегодня в продаже продукция комбинатов «Красная роза», фабрики имени Щербакова, Киржаческого шелкового комбината. Не все товары имеют одинаковый успех у покупателей, но готовые купоны на платья всегда на расхват. Художники и мастера комбината имени Щербакова позаботились о том, чтобы покупательницы могли легко шить красивое модное платье из тканей высокого качества.
Потери здесь можно рассмотреть не только на прилавках, но и на специальных витринах салона. Опытные консультанты, узнав, какое платье хочет сшить покупательница, посоветуют подходящий материал. Салон женского готового платья. Трудная, но вместе с тем приятная задача для женщины – выбрать лучшее платье среди этого разнообразия нарядов. Татьяна Владимировна Михайлова, инженер главы садстроя, уже нашла то, что ей нужно. Алла Попова приобрела вечернее платье. Чтобы оттенить привлекательность наряда, иногда недостает небольших деталей, украшений. Их можно приобрести тут же, в салоне. Это салон головных уборов. В залах магазина устроены многочисленные салоны и своего рода гостиные, где можно удобно, не спеша, выбрать покупку по вкусу. Бухгалтеру Людмиле Шишковой приглянулась меховая шапочка. Продавец Галина Павлова умеет показать товар лицом. Мужчины тоже неравнодушны к своему наряду. Отдел мужского готового платья. Опытный продавец с первого взгляда определяет, что лучше всего подойдет покупателю. Может быть, сам покупатель сразу принял бы решение, но жена более придирчива. И вот начинается одна примерка за другой. Оказывается, продавец дал все-таки правильный совет. Бывает, что костюм нравится, но он не совсем по фигуре. Это предусмотрели в ГУМе. Здесь можно найти полуфабрикаты готового платья. Нужные доделки быстро выполнят, и костюм будет в пору. Но как быть с этим покупателем? Фигура выходит из всех стандартов. Продавец рекомендует обратиться в ателье ГУМа. Здесь, правда, тоже встретились некоторые трудности. Закройщик просто не мог уместиться с таким клиентом в одной кабинке. Пришлось снимать мерку в приемной ателье. Закройщика Бориса Романовича Бегункова сегодня клиенты как на подбор. Но раз надо, всем им сошьют добротные костюмы с маркой ГУМа. Однако, как говорится, и на солнце бывают пятна. Я не знаю, что на покой. Вы знаете, единственный раз я послала моего мальчика купить у вас себе вещи самостоятельно. Да. И здесь ему продали не костюм, а непонятно, что такое. Вот вы сами посмотрите. Быть может, он купил детский чек? Нет, он у вас купил. Я ярлыка еще не отрывала. Мой мальчик здесь. Юра, проходи. Раздевайся. Будьте любезны, пройдите в примерочную. Нет уж, мы здесь. Юра, пока
продаже ярлык. Интересно, кто же это продавал? Чек, чек. Одну минуточку, все в порядке. Ах, это Силкин. Силкин, пойдите сюда. Слушаю вас, Семен Михайлович. Это вы продавали? Ну, я. А что? И как вы считаете? Ведь явно же видно, что костюм продан не по размеру. А что? Мы вместе, понимаешь, выбирали, советовались. Ему самому нравится. Нравится? Ну, нравится. Костюм носить нужно уметь, понимаешь. Ну-ка. Ну вот, теперь культурненько. Это, по-вашему, культурненько. И это тоже культурненько. Юра ногу. По-вашему, это брюки, по-моему, трусики. Не волнуйтесь, гражданочка, успокойтесь, пожалуйста. Для вашего юноши костюм мы подберем. А вас, Силкин, предупреждаю. Еще одно замечание, и вы в ГУМе работать не будете. Стыдно, молодой человек, обманывать ребенка. В отделе верхнего женского готового платья можно выбрать пальто для каждого сезона. Покупатели довольны. Но бывают здесь случаи иные. Нет, это мне не к лицу. Но это я даже и мерить не стану. Это просто плохо. А это неплохо. Но только к чему здесь пояс? Что вы, это меня будет старить. Ну, а это? Покупательница ушла в кабину. Наступила самая тревожная минута. Кажется, все в порядке. У каждого свои взгляды на моду. Отдел меховых изделий. В свое время еще Маяковский шутливо писал: «Тому не страшен мороз зловещий, кто купит в ГУМе теплые вещи». В универмаге очень внимательны ко всем покупателям. Но есть посетители, к которым относятся особенно заботливо. Какую же выбрать шубку? Мама решила, что лучше всего беленькую. И такую же шапочку. Малыши, почетные гости в ГУМе. В отделе детской обуви устроены удобные кресла для маленьких покупателей. У людей всех возрастов свои запросы и требования. Нет, это не подойдет. Слишком буднично. Вот такие понаряднее. В ГУМе за один день продают 8-10 тысяч пар обуви. Большим спросом пользуются массовые изделия обувных фабрик и модельная обувь, которая продается в особом салоне. На столах и витринах обувь различных фасонов.
Каждая пара отличается от другой своей отделкой и особенностью покроя. Продавцы и консультанты салона любезно помогают каждой покупательнице. Даже такой, как эта дама. Она бывает здесь очень часто. У нее, видимо, вдоволь свободного времени. Она с удовольствием примеряет все модели. Но до покупки дело так и не доходит. Эта покупательница тоже примеряет не первую пару. Но здесь дело другое. Фасон нравится, но нога испытывает какое-то неудобство. В таких случаях покупательницу приглашают к специально установленному здесь рентгеновскому аппарату, который дает возможность точно определить причину неудобства. Чаще всего это зависит от особенностей строения ноги. И тогда продавец советует обратиться к услугам ателье ГУМа, где шьют обувь по заказу. Тысяч сотрудников универмага есть и закройщики обуви. Ателье готового платья. Здесь работают опытные консультанты, модельеры женской и мужской одежды. Посетители знакомят с последними журналами мод и показывают рисунки одежды, которые еще не опубликованы в журналах. Они сделаны художниками-модельерами ГУМа. Но даже самый лучший рисунок не может передать живой прелести наряда. И сотрудница ателье помогает оценить все достоинства платья. Новые модели одежды утверждаются с участием мастеров швейного дела, специалистов легкой промышленности и представителей искусства. Платье на каждый день. Летнее платье-костюм. Домашний халат. Вечернее платье. Не забывая здесь и детвору. Хорошее платье нужно уметь носить. Для малыша самое главное в костюме, конечно, карманы. Детским товаром отведен почти целый этаж. Есть тут уголки, куда особенно влечет ребятишек. Кто в таком возрасте не мечтает быть охотником?
занимательная игрушка. Сама двигается. Глаза разбегаются. Механическая игрушка – хороший подарок для ребят. В ГУМе можно выбрать подарки и для взрослых. К консультанту салона подарков обратились девочки. Они хотят отметить день рождения старшей сестры. В чем же остановиться? Девочкам больше всего понравился набор поэзия. Куда проще выбрать подарок самому себе. Здесь часто бывают зарубежные гости. Это спортсмены из Скандинавии. Применяются разнообразные формы обслуживания покупателей. Есть даже секции, где продажа производится почти без участия продавцов. На витринах и стендах товары с обозначением цен. Здесь же лежат и чеки на эти товары. Нужно взять чеки, оплатить их в кассе и получить покупки. Для экономии времени посетителей такой же порядок установлен и в закусочных. Уплатив в кассу, посетитель без помощи официанта получает из буфета все, что нужно. Здесь всегда достаточный выбор горячих и холодных закусок. Ну а жажду можно утолить прохладными напитками по вкусу. Газированной водой, шампанским, соками. Многие покупатели пользуются услугами отдела заказов гастронома. Можно побывать в разных отделах ГУМа, на всех его галереях и этажах, сделать множество покупок и заплатить сразу за все в сборной кассе бюро обслуживания. Ежечасно в универмаге совершаются тысячи покупок и непрерывно на машиносчетной станции ведется учет всех операций. Эти машины производят сложные подсчеты, распределяет бесконечный поток денежных документов по секциям, отделам и видам товаров. Ежедневный оборот ГУМа достигает в среднем свыше 10 миллионов рублей. Но вернемся в бюро обслуживания. Сборная касса выдала покупателю чеки на все товары. А к этому времени сотрудники магазина уже собрали в разных отделах товары, которые покупатель получит все вместе.
Отсюда, по желанию, товары могут быть доставлены на дом. Многие приходят в магазин с детьми. Для ребят есть своя комната при бюро обслуживания. Сотрудники бюро дают любые справки о работе магазина. Но бывают и совершенно неожиданные вопросы. Скажите, пожалуйста, вы сможете мне помочь? Пожалуйста. Я потеряла мужа. Присядьте, пожалуйста. Спасибо. И давно? Час тому назад. Не беспокойтесь, гражданка, ваш муж найдется. Граждане покупатели, если вы потеряли друг друга в нашем универмаге, встречайтесь в центре второй линии у фонтана. Да, нетрудно потерять друг друга среди этого множества галерей, лестниц и переходов. И порою долго длится ожидание у фонтана. А эта гражданка уже начинает нервничать. Но напрасно. Хозяйственный муж приготовил ей сюрприз. Вот на что ушло 2 часа. Причина, как видите, уважительная. Покупка вызывает интерес даже у посторонних. Как ни странно, но в ГУМе подчас бывает трудно купить такую простую вещь, как эмалированный таз. Хотя на выбор хозяйкам здесь всегда много разнообразной и хорошей домашней посуды. На прилавках универмага товары более 30 тысяч наименований, и среди них белье различных фасонов и выделки. Но и тут посетителя иногда ждет разочарование. Будьте любезны, пижамку можно у вас? Штабельный статист, пожалуйста. Нет, мне потеплее. Фанели вы его. Пожалуйста. Вот такая расцветочка. А что же это? Очень мрачная расцветочка. Вот сейчас у нас только такой выбор. Там получше разную расцветочку иметь. Запишите, пожалуйста, отметьте. Где-нибудь там. Сейчас запишу приват. Вам фанели вы ее? Хорошо, заходите. Такие карточки учета неудовлетворенного спроса, заполняемые продавцами, в тот же день передаются администрации магазина. Это дает возможность полнее удовлетворять требования покупателей. Директору фабрики «Красная швея». Поступившие в продажу фланелевые пижамы вашего производства однообразны по расцветкам и не удовлетворяют запросы наших покупателей. Настоятельно просим учесть это при последующей поставке нам фланелевых пижам. Директору Лыствинского эмальзавода. Ввиду большого спроса на эмалированную посуду, просим ускорить отгрузку по заказу наряду номер 1243. Администрация ГУМа часто получает от промышленности предложения о поставке новых видов продукции. На московском мясокомбинате начали вырабатывать художественные изделия из рога и коровьей кости.
оригинальные, дешевые по цене, эти изящные вещи из коровьего рога и кости найдут место рядом с превосходными, но дорогими произведениями из слоновой кости в салоне кустарных художественных изделий. На весь мир прославилось старинное и вечно живое искусство художников Мстеры, Палиха, Федоскина. Много произведений, созданных мастерами резьбы по дереву. Из советской Литвы присылают сюда керамические изделия. Это вазы с казахским национальным орнаментом. В столичном универмаге богато представлены работы мастеров ковроделия. Туркменские ковры. С традиционным искусством художников-ковроделов соревнуются специалисты фабричного производства ковров. Продукция подмосковного Люберецкого коврового комбината. Обширные помещения в отдельном корпусе ГУМа отведены для продажи мебели. Здесь можно оценить не только качество мебели, но и увидеть, как она будет выглядеть в квартире. Обстановку для спальни, столовых, кабинетов изготовляют фабрики Москвы, Ленинграда, Украины, Прибалтийских республик. Инженер Иван Гаврилович Нужа выбрал гарнитур столовой. Непрерывно увеличивается спрос и на предметы домашнего обихода. Электрические вентиляторы, пылесосы, электрополотеры. Труд хозяйки облегчает стиральная машина. Легким поворотом рычага приводится в действие стиральный механизм. Рычаг повернут в другую сторону, и машина работает на отжим белья. Вся стирка продолжается всего 25 минут. Просторный зал отведен для демонстрации домашних холодильников, выпускаемых советскими заводами. Небольшой холодильник саратовского завода отличается своей экономичностью. Удобен и холодильник московского завода «Газоаппарат». Марка завода «ЗИС» стоит на этом белоснежном вместительном шкафе. Из месяца в месяц все больше москвичей обзаводятся этими принадлежностями домашнего хозяйства. В ГУМе продаются радиоприемники 16 марок. Среди них новейшие многоламповые приемники,
портативные аппараты для небольшой квартиры, телевизоры. В этом отделе покупатель подолгу задерживается. Хороший радиоприемник, дорогая покупка. И все же за день в одном только ГУМе продается больше 400 радиоприемников. Но посмотрите, сколько желающих. Промышленность пока еще не успевает полностью удовлетворить все растущий спрос на радиоприемники и телевизоры. И неудивительно, что к концу дня полки радиоотдела выглядят вот так. В одном из залов музыкального отдела продаются пианино. Здесь имеются инструменты многих советских марок. Помимо известной ленинградской фабрики «Красный Октябрь», пианино теперь выпускает и в Белоруссии, и в Ростове-на-Дону, в Чернигове, Одессе, Калуге. Заслуженный железнодорожник Александр Иванович Радзиевский со своей женой Анной Николаевной решили сделать подарок своей внучке. Мне ростовская нравится. Мне больше ленинградская нравится. А тебе, Танечка, какой нравится? Мне больше нравится ростовская. Решили купить ростовская. Нередко в музыкальном отделе можно увидеть и такую сценку. Импровизированный дуэт покупателя и продавца. Продавец ГУМа умеет показать богатство звучания инструмента. Выбрать по названию, но хочется и прослушать новую мелодию. Как же это сделать в таком шуме? Особое устройство позволяет прослушать только ту пластинку, которая интересует покупателя. Это настолько удобно, что некоторые любители музыки, пользуясь вежливостью продавцов, не уходят отсюда часами. Произведения искусства можно найти и в отделе фарфора. Композиция на темы русских народных сказок. Приходят сюда и за другими, более будничными, но необходимыми предметами. Разнообразные изделия советских мастеров фарфора и хрусталя. И вот мы снова в гастрономе ГУМа. Thank you.
утра до вечера заполнены его залы. Субботние праздничные дни особенно много покупателей у прилавков, где продаются всевозможные закуски, деликатесы и все, что к ним положено. Сзади государственный универсальный магазин ГУМ обслуживает более 200 тысяч покупателей, населения крупного города. ГУМ – это самое большое из многих новых торговых предприятий, которые в ближайшее время будут открыты в наших городах и селах. И в этом советские люди видят одно из проявлений заботы партии и правительства об удовлетворении растущих потребностей нашего народа.